Ад. Вдруг позвонил сегодня ад. Он не на шутку был предвзят и пламенем своим объят. Он плавится в котле. Телят он днем насобирал, ягнятам волю не давал. Был он суров и криминал, в ушах свистел его дурман. Пламя чертило языки. Так неприятно от тоски он слушать этого не мог, но попросить прощения смог. Но было поздно, Бог верхом, ад под землей сметал тоску. Так неприятен сей коллапс, а я сегодня иду в ЗАГС. Там может быть рай и ад, но трубку он не взял, ребят.